Привет, Джессика. С Новым годом, детка. Привет. Рад тебя снова видеть. Как дела? Отлично. Ты сегодня у нас такая красивая, новогодняя. Да. Принесла нам какие-нибудь подарки, может быть? Да. И где же они? Под халатом. Да ты что, снимай скорее халат. О, боже мой, ничего себе. Добро пожаловать на кухню, детка. Господи, это лучший Новый год в моей жизни. Джессика, когда я был маленьким, совсем грудным, я мечтал именно о таких подарках. Ты подаришь мне их сегодня? А ты хорошо себя вел в прошлом году? Конечно, хорошо. Я в прошлом году учил плохих девочек готовить вкусную еду. А меня научишь? Конечно, научу тебя готовить сегодня самое новогоднее блюдо в мире. Салат оливье. Ты готова, детка? Да. Супер. Давай начнем. Как ни один Новый год не обходится без елочки, так ни один салат оливье не обходится без твоих любимых яичек. На, детка, держи эту парочку. Они такие холодные. Конечно, знаешь почему? Почему? Потому что они замерзли, детка, и ты должна их согреть. Как? С удовольствием. Вот, молодец. А сейчас, Джессика, мы пройдем с тобой небольшой новогодний тест. Как ты думаешь, на что это похоже? На две картошки и морковку. Ну, в принципе, да, это правильный ответ. Две картошки и морковка. Бери их и клади в кастрюлю вариться дальше. Две картошки и морковка. Кто бы мог подумать? Джессика, детка, скажи мне, а как ты относишься к свежим огурцам? Я их просто обожаю. Да? Ну-ка возьми. А они тебя? И они меня тоже. Да, в каком-то смысле? В прямом. Джессика, ты такая плохая девчонка. Ладно, возьми этот огурец, порежь его, и мы засунем его в наш оливье. Ау! Джессика, крошка, а ты знаешь, почему докторскую колбасу называют именно докторской? Нет. Потому что она здоровая. Да? Она такая большая, что я даже боюсь ее брать. А ты не бойся, она тебя не укусит. А вот ты ее можешь укусить. А ну-ка давай, открывай ротик. Молодец, вкусно? Да, это здоровая докторская колбаса. Отрежь у нее кусочек, и мы ее порежем в наш новогодний оливье. Ну что же, наши картошечки, яички и морковка сварились. Теперь нужно их почистить и порезать для нашего салатика. Ты сможешь это сделать, детка? Да. А можешь это сделать как-нибудь по-новогоднему? Ну, не знаю, петь в это время какую-нибудь новогоднюю песенку? Да. Супер, давай. Джингл белл. О, да. Джингл белл. О, е. Джингл белл. О, да, детка, супер. Все, остановись. А то мне бубенчики уже звенят. Просто чисть, не пой. О, да. О, моя морковка. Боже мой, что же делать? Это просто великолепно. Джессика, ты лучшая. Люда, помогите, дети. Наконец-таки настало время нашей с тобой любимой группы «Овушки». И первым бой идет зеленый горошек. Давай, детка, насыпай его в нашу мисочку. Давай. Не жадничай, побольше, все хватит. А теперь берем все, что мы с тобой порезали. Это колбасочка, яички, огурчики. И тоже все вываливаем в мисочку. Давай, ручками, молодец, давай. Быстрее, а то скоро Новый год, можем не успеть. Огурчики пошли. И дальше идет картошечка и морковка. Сладкая, оранжевая морковка. Давай, детка, засовываем все вместе. Молодец. Наша групповушка почти готова. Осталось дело за малым. И финальный, практически классический элемент нашего блюда, конечно же, нежный белоснежный майонез. Давай, детка, выдавливай его полностью. Супер. Какой он белый. Что-то мне напоминает. Не могу вспомнить, что именно. Ну все, детка, пожалуй, достаточно. Давай смешаем теперь вместе. Да. Такая молодец. Джессика,
Джессика, я тебя поздравляю. Поздравляю с Новым годом и с тем, что ты приготовила самый лучший в мире новогодний праздничный салат оливье. Давай попробуем его. Возьми вилочку. Так, молодец. Давай, открывай ротик. И засовываю прямо туда. Ну как? Вкусно? Ну, мне кажется, чего-то не хватает. А как же я мог забыть? Конечно, шампанское. Джессика, пока, помаши ребятам ручками. Беру букет оливье. Вкусно? Может, все шампанского?